Это Регина, молодая мама и успешный предприниматель. Она занимается производством арахисовой пасты. И, выйдя на маркетплейс, всего за 2 месяца увеличила свои продажи на 20%. Я начала этим заниматься около 5 лет назад. Изначально мы продавали наш товар через социальные сети знакомых, через ярмарки, такие как Агропарк или Open Space Market. Конечно, я всегда хотела, чтобы мой товар продавался на всей территории России, но считала, что для этого необходимы большие вложения. Вложения в производство, в сотрудников, рекламу. Но пару месяцев назад в соседнем доме открылся пункт выдачи одного известного интернет-магазина. Я обратила внимание, что он пользуется популярностью. Мы решили провести исследование. Оказалось, что один пункт выдачи обслуживает в день до 500 покупателей. В небольшом городе количество пунктов выдачи может доходить даже до 400. А по России только одного интернет-магазина пунктов выдачи более 10 тысяч. Как раз эта информация и сподвигла меня выйти на маркетплейсы. К слову, сейчас мои товары продаются не только на территории России, но и в странах СНГ. Как это сделать? На самом деле это проще, чем кажется. Всего 5 шагов отделяют вас от работы на маркетплейсе. Разобраться с этими шагами мне помогли e-com-портал. Это онлайн-дистрибьютор. Они помогают продавать и продвигать ваш товар на маркетплейсе. Изначально проект стартовал в городе Иннополис. Шаг 1. Выбор маркетплейса. Выбор маркетплейса мы начинаем с анализа категорий и конкурентов. А благодаря нашим IT-разработкам мы анализируем такие параметры, как объем продаж, ценовое позиционирование, смотрим на возможности каждого маркетплейса. И в случае с арахисовой пастой мы приняли решение выйти в первую очередь на Валберес, на Озон и на Казань-экспресс. Шаг 2. Регистрация. На этом этапе регистрируется личный кабинет, в который входят подписание договора, регистрация юридического лица на маркетплейсе и подключение электронного документа оборота и электронной цифровой подписи. Шаг 3. Расчет доходов. Для начала мы рассчитываем постоянные затраты, которые связаны с размещением на маркетплейсе. Это комиссия маркетплейса, доставка до покупателя. Далее у нас сюда входят логистика, переупаковка и затраты на продвижение, то есть на маркетинг. После этого мы устанавливаем рекомендованную розничную цену и смотрим, в принципе, доходность по проекту. Шаг 4. Заведение товаров. Это самый большой и трудозатратный этап. Именно он влияет напрямую на продажи. И здесь именно от этого этапа зависит, выберут ли ваш товар среди тысячи аналогичных других товаров. Для этого важно качественно и профессионально сделать контент. Это фото товара, видео, текстовый контент, чтобы картинка привлекала покупателей и внушала доверие. Важно правильно также заполнить и карточку товара, чтобы поисковая система показала ваш товар на первых страницах. Шаг 5. Подготовка и отгрузка товара. У каждого маркетплейса есть свои правила к переупаковке товара, к маркировке и к логистике. И для нас важно выбрать грамотно упаковку товара, чтобы товар до потребителя доехал в целости и сохранности, а также грамотно выстроить саму логистику, чтобы она была максимально выгодна для предпринимателя. Вот и все. 2 недели, и мой товар продается по всей России и в странах СНГ. E-com. Время быть первым.